Всем добрый день! Я сегодня с удовольствием презентую очередной революционный продукт подразделения Ajax Energy. У меня в руках не что иное, как обычный накопитель электроэнергии, аккумулятор, которым сегодня пользуются все деловые люди для того, чтобы подзаряжать свои сотовые телефоны и другие девайсы. Ну вот, например, сотовый телефон, и при помощи переходника USB-шнура вы заряжаете свой мобильник. Для того, чтобы показать нагрузку, я использую обычный USB-светодиод мощностью 2 Вт, который хорошо демонстрирует, как при полном аккумуляторе горит лампа. У этого аккумулятора есть всего один недостаток. Первое. Он заряжает только сотовые телефоны. Как человек, который много летает и движется по миру, я всегда задаюсь только одним вопросом. Почему от этого аккумулятора нельзя заряжать ноутбук? На самом деле ответ очевиден, потому что выходное напряжение на USB-порте 5,1 вольта. А напряжение, необходимое для зарядки ноутбуков, в среднем это 18-20 вольт, поэтому эти устройства для зарядки аккумуляторов не годятся. Ajax Energy разработала свой собственный накопитель энергии. Это аккумулятор, работающий на совершенно новом принципе накопления энергии. И сегодня я вам покажу некий эксперимент. Этот аккумулятор примерно такой же емкости. При этом размер, к сожалению, это просто корпус. Для индикации я вам показываю, что этот аккумулятор разряжен. А теперь внимание. Я проведу нехитрый эксперимент. Я включаю в сеть этот аккумулятор и засекаем время, за которое он зарядится. На самом деле вот этот аккумулятор в повседневной жизни требует 3 и более часов для того, чтобы зарядить полную емкость. Я говорю, начиная там с 10 тысяч мАч. А наш же аккумулятор заряжается за считанные секунды. При этом ток, которым можно заряжать аккумулятор, может быть до 30 и даже до 50 ампер. Мы же сегодня говорим о обычном потребителе, о том, который должен прикурить от обычной розетки в аэропорту, в кафе, на ходу 30 секунд. Вы верите в это? Если нет, то я вам это сейчас продемонстрирую. Я отключил зарядку. Этот продукт, который компания Ajax Energy в самое ближайшее время, запускает в серию. Более того, данный накопитель является самым легким, самым качественным, самым надежным и самым экологичным среди всех существующих разрядов батарей. Срок службы такого аккумулятора будет как минимум 10 и более лет. Более того, я скажу, что мы решили другую задачу. Сверху будет находиться два выходных USB-порта, которые будут способны заряжать ваши мобильные девайсы и планшеты. Но отдельно будет находиться гибкий шнур, на который будет выходное напряжение 19 вольт, и который будет способен заряжать практически все ноутбуки, которые сегодня есть в мире. Да, вы не ослушались. Вот это мобильное устройство будет заряжать все мобильные девайсы, которые сегодня есть в мире, всего беря полную мощность за 30 секунд. После этого вы можете использовать его ровно столько, сколько способны взять все ваши потребители. Прилетели в очередной город, 30 секунд, подкурили, и у вас полная банка, полный аккумулятор, ваша жизнь продолжается. Я даже приоткрою маленькую тайну. Следующее поколение, которое Ajax также планирует запускать в сеть, это будет аккумулятор с динамомашиной, и мы будем способны сделать его без сети. За счет самозарядного принципа, который мы сегодня используем, в том числе в аккумуляторах Elfi, данное устройство будет способно работать без электричества. Отныне все ваши мобильные девайсы, ваша жизнь может быть мобильной в самом полноценном значении этого слова. Я приглашаю вас следить за новинками Ajax. Я приглашаю вас прежде всего покупать фонари Elfi, потому что всем, кто сегодня, первым 5000 покупателям, которые сегодня приобретут через наш веб-сайт trade.ajax.ru или trade.ajax.com, фонарь Elfi, мы даем эксклюзивную скидку 20% на зарядное устройство, которое в самое ближайшее время появится на нашем сайте, которое мы начнем продавать. Я приглашаю вас в мир удивительных товаров. Я приглашаю вас в команду Ajax Green Team.